Я пробрался тайно в школу и нашел в ящике секретный ключ. Я знал, куда его нужно использовать. Вот эта дверь. Нужно ее открыть. Давай. И за этой дверью было... Вы меня вообще слушаете? Кар. А, ну ладно, слушайте дальше. И в этой двери было нечто особенное. Нет, стоп, подожди, Леня, нечестно, не рассказывай. Я сам хочу посмотреть, что же внутри этого портала. Стоп, мы что, оказались в школе? Да. Лень, мне это не нравится. А что за таймер в одну секунду? Теперь понял, бежим! А мне что-то это не особо нравится! Ты что сделал? Степа, я тебя спасу! Это вообще-то Даня. Владус, давай за мной! Я не понимаю, что нужно делать! Ищи ключики, Владус! Ключики, ладно. Вот я вижу, здесь есть ключики, что? А, пошли открывать двери! Какие двери, Леню? Любые! Да в смысле, любые двери? Лень, я вообще ничего не понимаю, что здесь нужно делать? Вот, дверь видишь? Так, вижу, и что? Открывай! Ладно, Лень, я открываю, все, ну не кипишу. Все, замок открывается, сейчас мы посмотрим, что за этой дверью. И что? Бонус! Какой бонус? Нам дали деньги, бежим! Ребята, поставьте лайк, если вы знаете этот режим. Вот, Владус, давай, я открою дверь сейчас, давай. Лёнь, ну показано, что монстр приближается. Нужно бежать. Наверное, нужно за собой закрывать двери. Владус, я тебя заберу. Что происходит? Беги от этого клоуна. Бегу, Владус, и куда? Я без понятия, куда бежать, Лёнь, ты понимаешь? И что со мной вообще делать? Спасу тебя, мой дружище. Вот, посиди здесь. Ты меня что, оставил в туалете с клоуном? Лёнь! А ты ничего не перепутал, зараза! Блин, а что мне делать-то? Ладно, поползли отсюда. Мы же даже, наверное, ключик сейчас взять не сможем, потому что мы как бы все. Ладно, здорово! Я тебя оживляю! В смысле, как ты меня оживил? Со мной все равно гонится этот клоун! Блин, у него скорость когда-нибудь вообще закончится? Почему это так быстро? Мне кажется, что эти бешеные клоуны совсем попутали! Ладно, нам нужно, правда, открыть все двери, но как это сделать, я пока не представляю. Я нашел ключ, но как только ты находишь ключ, за тобой сразу бежит какой-то клоун! Так, быстро. Пока он меня сильно не заметил, мы должны убежать в какую-нибудь другую сторону. И, например, открыть здесь дверь, если мы, конечно, успеем это сделать, потому что сейчас через 0 секунд примерно будет приближаться еще... Что это? Владус, Владус, спаси меня! Лень, я могу тебя, это, оживить? О, Владус, от души! Да, пожалуйста, Лень, я вот еще здесь куча ключей, обалдеть, это очень сложно в это играть. Лень, давай, открывай дверь. Что это? Не знаю! Это очень странно, мы... Владус! А где это мы? Кар, куда мы попали? Так, ребята, не беспокойтесь, все нормально. Просто сменилось чуть-чуть геолокация. Что ты такое? Почему на тебе мусорное ведро? Это непонятно, но мы здесь хотя бы можем прятаться. Я надеюсь, что мы можем так делать не только в этом месте. И эти шкафчики стоят повсюду. О, нет, опять приближается монстр. Да что ты будешь делать-то, ё-моё? Погодите, их что, теперь два на карте? О, черт, да куда ты за мной идешь-то, блин? Я же даже еще двери ни одной не открыл. Так, бегом наверх. Нужно сваливать отсюда скорее. И, ребята, если вы поставите лайк, то мы будем больше такое снимать, но давайте не слишком много лайков, мне что-то страшно в это играть, поэтому я не хочу таким много заниматься. Так, успею ли я открыть дверь до того, как монстр придет сюда? Давай, бегом. Но... Зараза, я его телепортировал сюда, блин. Нет, ладно, мы заберем ее один ключик. И откроем сейчас здесь все двери, если, конечно, монстры сюда не придут. Да, Дань! Валим, я уже весь мокрый. Кар, спасите, Кар! Почему у нас включилась невесомость? Ребята, куда бежать? Помогите! Обалдеть, все сюда пришли, да? Теперь вы хотя бы монстров отвлекать. Да, зараза, почему он ко мне все время телепортируется? Какие-то неудачные двери мне все время попадаются, но это не страшно. Давай мы откроем еще одну. Бегом. Отлично! На, зараза! Чё? А что я использовал? Мне выпало какой-то бонус, но я не понимаю, как его использовать. Что это было? Может, я их могу телепортировать? Классно стелепортировал. Ребята, может, кто поможет мне? Кар, давай, сейчас помогу! Давай, спасай! Я тебя забрал, бежим, бро! Ага, бежим, только за тобой гонятся три монстра! Ничего страшного, мы от них увильнем! Ага, чё-то мне это не верится! Блин, меня тоже убили! Да подожди, еще не убили, Лёнь! Ай, Владус, я тебя заберу! Ой, поставьте лайк за Ленчика, что-то он в этой серии прям очень добрый. А, Владус, капец, эти монстры страшные, сейчас оживлю, вот. О, Лень, отлично, супер, теперь я реально могу жить. Так, здесь есть ключ, хорошо. Мы сейчас откроем эту дверь, давай. Стоп. Мне кажется, или там написано выход. Подожди, Ленчик, тут, кажется, дверь-то, она уже открыта. Бежим на выход, друзья! Я с вами. Я тоже.
поможет! Меня, подождите, я вижу выход. Ребята, неужели мы победили в этой просто безумной игре? Да, но это еще не все. Нужно найти первый ключ, Лень. Монстр приближается, ладно. Да, если ты будешь стоять, то нас сейчас нафиг завалят. О, нет, он там бегает. Хорошо, хорошо. Ключей здесь достаточно много, но нужно найти правильную дверь. Ведь на этой карте только одна дверь с выходом. О, нет, 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 нет. Хватит за мной бежать. Нет, 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 нет. Вот он, может, моего Алиночка переманит. Блин, зараза, ты клоунская. Ладно, на самом деле, если от него немного подольше бежать, то он рано или поздно отстанет. Просто... Ладно, я его переманю на себя. Ой, блин. Да. Ну, Ленчик, конечно, умом не блещет, но хотя бы меня спас. Опять я его сюда телепортировал. Почему мне так не везет с дверями? Давай, 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 бежим отсюда, бежим. Мне кажется, что этот режим от создателя дверей в Роблоксе. А, стоп, здесь силовое поле, он сюда пройти не может. А почему так интересно? Ключей-то здесь много. О, нет, здесь заспавнится еще один. Не-не-не-не-не-не, пожалуй, я отсюда свалю. Мне здесь вообще находиться неинтересно. Есть двери за кустами, как я вообще должен был их заметить? О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ребята, ребята, сваливаем отсюда, потому что здесь бегает клоун, мне это не нравится. Я думаю, что мы и в другой локации сможем найти. Тихо, 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 видели, я мимо него пробежал, это было классно. Да где же все двери? Напишите в комментариях, ребята, какие здесь есть классные пасхалки. Я уверен, что куча из вас уже захватит, блин. Я не понимаю. Валим, просто валим отсюда, просто отсюда валим. Отлично, сейчас за мной бегут два монстра. Ага, вы меня в тупик хотите загнать? Тига, два, зараза, я все равно от вас бегу, даже если вас будет двое, так хоть трое. Да хоть четверо. Вот вам, пожалуйста, бегите, друзья. Спасибо, Владус. Да пожалуйста, Леня, пожалуйста, обращайся. Давай, 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 где ключики, где ключики? Ну? Я не знаю. Да в смысле не знаю? Мы тогда выход не найдем. А вот, все, отлично, я вижу ключ. И тут же рядом была где-то дверь. Сейчас мы ее откроем, хоть бы там был выход, хоть бы там был выход. Давай, у нас есть 40 секунд, чтобы победить. Давай, Сим-Сим, откройся. Отлично, мне выпало 2 или 10 алмазов. Я не знаю, я не понял, но я особо не понимаю, нафига мне эти алмазы. Мне нужно найти выход, мне не нужно найти алмазы. Так, ладно, забираем ключик. Где тут может быть дверь? Ребята, мы должны выиграть, у нас 20 секунд. 20 секунд, чтобы поставить лайк. Нет, 20 секунд, чтобы победить. А, лайк мы успеем поставить. О, нет, нет, нет. Остается 6 секунд до поиска новой и правильной двери. Бежим, 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 бежим. Блин. Бра. Старт, внимание, марш. Блин, как скользко. Ничего себе, медведь перевернулся, Лень! А ключики-то здесь где? Ё-моё, ты чё? Косолапый, беги давай за Леней! Я нашел ключ, что он бежит за мной! Ну, это, в принципе, и неплохо. Обалдеть, так здесь двери-то все на виду. Отлично. Я думаю, что мы выиграем очень быстро, если тупить никто не будет. Вы стали мозаикой. Что значит мозаика? Ладус, за мной! Да бегу я, Лень, бегу, смотри, ключи разбросаны здесь просто в открытом месте. Обалдеть, вот эта карта пока что самая лучшая. О, нет, 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 он опять сейчас сюда телепортнется. Давай-ка лучше мы быстро свалим отсюда. И что значит эта мозаика? Напиши в комментариях, если ты знаешь. А если не знаешь, то просто напиши какой-нибудь хороший комментарий. Лень, подберешь? Да, побежали. Давай, давай, Лень, беги, только ты меня обязательно восстанови. Но сначала давай убежим от медведя. Либо спрячься в шкаф. Я не могу с тобой в шкаф спрятаться, давай, живи. Вот, отлично, Леня, красава. Ленчику точно нужно в этой серии поставить лайк. Вот Лень прям очень хорошо старается в этой серии, да и все остальные. И Степа, и Даня, и... О, нет. И этот медведь сейчас практически сюда... Я не понимаю, что не так с моими дверями. Я не понимаю, почему, там все время спавнятся монстры. Это бред какой-то. Ладно, 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 ладно. Отстань от меня, медведь косолыпый. Пожалуйста, я тебя прошу очень сильно, очень. Интересно, а на айсберге они тоже забираются? Да вы заразы, что ли, вы ж медведи? Как вы так высоко забираетесь? Ладно, 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 ладно. Пожалуйста, отстань от меня бежать, и я попробую открыть дверь. В принципе, я могу попробовать от него спрятаться. Давай, бегом, бегом, бегом. Фу, сработало. Оказывается, в шкафу сидеть не так уж и плохо. А если мы отсюда выйдем, главное, чтобы он меня не заметил. Стоп! Кто открыл выход? Ну ладно, раз у меня ключ в руках, я же могу, наверное, еще одну дверь открыть, а потом на выход. Ё-моё! Ну как же так? Почему дверь с выходом выпала снова не мне? Сейчас будет монстр, смотри, смотри, смотри. О, нет, плюс немножечко алмазов, неплохо. Ну а, пожалуй, извините, я пойду на выход. А то иначе я проиграю. Давай, вперед! А чё, выход не с той стороны был? Нет.
А ладно, ты лошара. Лень, да не смешно, я реально думал, что я просто зайду в дверь и выйду. Ну блин, о нет, вас еще и двое. Надеюсь, что хотя бы не трое. Бегом наверх, наверх, наверх. Они, наверное, наверху нас не будут искать. Поэтому ищем свободные ключики. Вот эта карта уже будет посложнее. Но хотя бы здесь тоже есть шкафчики, куда можно спрятаться. Да-да-да, я знаю, не пишите в комментариях о том, что эти шкафчики были везде. 100%, я уверен, просто я их не замечал. Как и, наверное, все остальные. Лень, я тебя подберу, братишка. Спасибо, Степа! Бежим отсюда, бро! Ну ладно, хоть Ленчика подобрал Степа, а мы спрячемся в шкаф, и он от нас отстанет. Отлично! А если я выйду из шкафа, он же... Блин, зараза, он... Нет, в один и тот же шкаф нельзя! Ладно, 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 наверх, извините, пожалуйста. Давайте, ну, заодно ключик хотя бы заберем, пока он за мной бежит. Можно мне в шкаф, пожалуйста? Ну, я прошу вас. А, хорошо, хорошо, фух. Посидим здесь хотя бы минутку. Ну, то, что у меня ключ торчит из шкафа, это, конечно, никого не волнует, да? Ну, естественно, зачем? Зачем продумывать детали? Но это не важно. Давай мы двери откроем, давай. Вот это будет выход. Давай, 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 давай. Что это? Может, зачем мне ним? Я что, в симулятор бога сейчас попаду? Нет, 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 нет. Ты отстань от меня, какашка, блин, со своим мусорным ведром на голове. Я тебя вообще не признаю. Стоп, так мы играли на этой карте, только погода другая была. Конечно, от этой заразы мне придется сейчас снова прятаться в шкаф. Дайте мне свободный шкаф, пожалуйста, я должен спрятаться. А, нет, он меня потерял, это хорошо. Давай, вот эта дверь будет выигрышная. Здесь, если мы откроем дверь, то сразу выпадет 10 тысяч лайков и... Просто пойдемте отсюда, я не намерен больше в это играть. Ладно, он бежит за мной. О нет, вы видели, это только что Леня пробежал. Лень, прячься скорее. А я в шкаф, и я думаю, что в шкафу у меня не отличит. Обалдеть, три монстра по карте, три монстра. Леонардо Андре умирает. Блин, мне теперь нужно Ленчика спасти как-то. Лень, Владус, я здесь. Лень, прости, я что-то кнопки перепутал. Блин, Владус, как так, поползли за помощью. Мы что, так даже ключики брать не можем? Ладно, Лень, давай. А это что? Что ты там нашел? Вон. Буквы, что ли? А, да, Лень, да это ребус. Его решат подписчики в комментариях. Напишите в комментариях, какое слово расшифровывается из этих букв. Лень, давай за мной. Мы должны найти кого-нибудь из сов. Например, Степу или Даню. Может быть, Алиночку. Давай, Ладус, чуть-чуть осталось, а не снизу. Тусуются. Лень, тебе что-то совсем уже плохо. Стоп, так мне что же? Иди без меня, Ладус, я сдох. Игра окончена. Класс, отлично. Но, кажется, у нас есть пару выживших. Уже нет. 5 минут спустя. Ладус, Ладус! Что, Лень, надо? А давай, давай, если зрители поставят 100 тысяч лайков, то мы выпустим продолжение. Я согласна. Не, ну, идея, конечно, хорошая. Дайте присесть и подумать. Сможете ли вы набрать такое большое количество лайков? Давайте, поставьте тогда лайк, подпишитесь на канал и посмотрите следующее видео. Ладус, конечно, смогут наши подписчики лучшие. Лень, хватит висеть там, как мышь летучая. Смотри другой ролик, он вот здесь. Увидимся, пока.